Американская сеть ресторанов «Макдональдс» планирует вернуться в Россию. Генеральный директор «Макдональдс» Крис Копчинский на апрельском собрании руководителей сети выступил за открытие предприятий в России. Как сообщают источники, окончательное решение еще не принято. Но компания хочет спасти средства, которые были вложены на развитие ресторанов в стране. И на данный момент ищет способ, как именно это сделать. Какими-то прямыми или обходными путями, но «Макдональдс», скорее всего, действительно вернется к нам, в экономику нашей страны. Появление новых точек общественного питания – это новые рабочие места, это повышение занятости, снижение безработицы, то есть это новые налоги. То есть, в принципе, все равно какое-то влияние будет, оно будет, я думаю, положительным. О временной приостановке работы в России «Макдональдс» объявил в марте 2022 года. В своем квартальном отчете компания сообщила о потерях свыше 127 миллионов долларов, что составляет около 28% от общей прибыли. «Макдональдс» как раз вот стал искать варианты работать, не нарушая напрямую запреты, да, поставленные государственными органами. Вот. И, то есть, в принципе, это выгодно, ну, для «Макдональдса», да, то есть, если им не получается напрямую работать, то они будут через каких-то посредников, через какие-то обходные пути. То есть, безусловно, то есть, то, что выгодно бизнесу, он всегда будет так или иначе реализовывать. Сейчас в России продолжает функционировать 133 ресторана. Напомним, единственным регионом, где не закрылся ни один «Макдональдс», является Татарстан. Все рестораны являются франшизой компании ООО «СПП», которая зарегистрирована в Казахстане. Амир Сабиров, Маргарита Михайлова, Универньюз.